Павлодаре затопило библиотеку, пострадало около 2500 книг. Коммунальная авария произошла накануне. Глубокой ночью в библиотечном зале прорвало радиатор отопления. Горячая вода фонтаном хлынула на стеллажи, которые от веса промокших книг начали падать. Последствия потопа рано утром обнаружил охранник. После того, как перекрыли систему отопления, сотрудники библиотеки начали спасать книги. К счастью, большую часть удалось сохранить в первозданном виде. Сейчас промокший книжный фонд тщательно перебирают, а на утраченные издания составляют акты. По предварительной оценке, ущерб превышает 1 000 000 тенге. Я могу заверить читателей, что эти книги мы восполним, потому что у нас в фонде есть вторые и третьи экземпляры. Это книги, которые пришли нам по госзаказу, среди них редких книг нет.